Букет-то поменять, нет? Смотришь на него, замах, удар. Нет, нехорошо. Опять раньше. Смотри, у Васи голова поворачивается, а потом идет удар. Ну нет, это неправильно. Доведи Вася, его, не веди прямо. Немножко пройди. Вася, подставь голову под удар. Давай медленно сделай. Медленно ты делаешь то же самое, а ты прям вместе с букетом, да, вот он в тебя ударился, а ты вместе с кровью забираешься. Давай, медленно пробуешь. Глаза, глаза, поехали. Интернет-магазин. Еще раз медленно. Ты прям медленно. Медленно. Сейчас медленно. Да, по лицу ему. Ну, да. У меня выручка. Давай. Жена. Ну ты же не рекламируешь, ничего же. Да. Дело не в рекламе. Да, называйте. Его лицо сразу. Чисто человек был в день. Прикол в том, что даже в конкурсе, когда было 700-600 человек, вообще заказа практически не было. Просто не было. В основном заказы были Питер, Москва, да, из-за границы. Но вообще не заказывали. Потому что он Новгород свежий, город маленький, значит, проще. Приготовились? Да. Потому что там отношения закрывали. Они, знаешь, не поймут тем еще. Я сегодня разговаривал тоже там с ребятами из Питера. У них интернет-магазин за один день. Так, забил. Ты про кого говоришь? Про Дети Правил, что ли? Ну, слушай, ну ты немного фискер. А? Для Питера это немного. 30%. Угу. Ну, приготовились. Ну, для Питера, представляешь, ну, ты теперь возьми на уровень, да, сколько раз? 20%. А, да, это Питера. Ну, понятно. Же я, например, не переписывался. Вчера говорю. Ты переписывался? Да. Ты переписывался? Ты-то не смеешься. Серьезно, ты сказал, он прям уже на другой замах. Ты его с этой стороны ударил, и прям с другой уже замахиваешься. С новым воспринимением. Да, поверьте. Вот так. С воспринимением так приготовились. Где, по интернету? Нет, там еще есть. А, красота была, молодцы. Сейчас хорошо сыграл. У нас еще раз нужно даже ни одного новгородца, который бы... Что ты подсказываешь, что нет? Потому что у нас Новгород, я по крайней мере, это объяснить тем, что он маленький. И легче взять его, чтобы приехать, и самому лучше. Потому что я прям на Новгород такой, что я... Мне надо, я думаю, какой у меня маршрут, или на Казахстане, или куда в десятке я прочитал. Мне надо... Так позвонил, доставили. Да, я не запарюсь, я держу. Тебе, знаешь, подумал, хочешь тебе цвет хороший, там реально хороший цвет, попробуй связаться, попробуй найти контакты с фотографией. Знаешь, ну смотри, грубо говоря. Нет, сейчас просто в момент, сейчас смотришь на нее, банки, короче. Банки. Ровно, прямо, оставь, вот так же, сейчас герой. Да, и пошел в медленный букет. Давай, ты сейчас... Найди герой. Иди, 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 8 марта. Да. Там, какой-нибудь округ может заговорить, стойки такой. Потихонечку, погнали. Нет, ты смотришь на нее, Вася, там. Давай. Так, нет. Ну и что, ребята, ну, подожди. Пришел какую-то цену, да, сделал. Все с кем-то работают. Нет, что, взорви. Если так судить, то сложно будет. Можно. Приди в город. Организатор был на Там же есть какой-нибудь партнер, который снимается с Сергеем. Да, ты смотришь ровно на нее. Ну, я почти все сказал, правда. Работа с ними. Ага. Я знаю, что Милава работает. Ну, Милава работает. Еще раз. Это из зеленого хозяйства еще поставил. Теперь из зеленого хозяйства работает. Администрация ночью поставила. Вообще с самого начала. Ну, если... Хорошо получается. Тимон, можешь могу сказать вещи, что расширяю бизнес, занимаюсь лучше ландшафтным дизайном, очень серьезно хороший бизнес. То же самое при зеленом хозяйстве, вот они вот клумбу где сажают, да? Где сажают. Все, вот такая клумба 1100 стоит. Так, если не будешь. Класс. На остров пойдем.
У меня девочка, которая в Питере, она директор фирмы, которая занимается ландшафтным дизайном. Она замахивается со стороны вот так. А вы просто на все планы сняли. Стульмёв, все же, сейчас она теперь замахивается. За них, как просто воздух с цветом возьмёт, так она замахивается второй день. Ну, вообще, это такая штука. Вы старые, с той стороны, с той стороны. Надо на глазу устроить, чтобы выйти, потому что он находится в городе. Нет, он сейчас он так он же в этом. Вот как сейчас ты с теми же эмоциями, как ты, да, классно, ты вот отсюда опять замахиваешься, а только вы с кубисочек, и это же сын начинает. Ему понравилось. И ты опять, рука пошла опять, да, цветочки бах, проиграли, и опять пошли сюда. Он бы, знаешь, они получили деньги, как я просто взяли спалили, ничего не сделали. Они работают нормально. Я считаю, что пресс работал неплохо. Так, там грязь. Я не могу, что она...